Закончилась регистрация кандидатов в Московскую областную думу. За все дни работы территориальной избирательной комиссии было зарегистрировано 8 кандидатов от округа. Сегодня регистрационное удостоверение получил Михаил Раев. Он выдвигается по 23-му одномандатному округу от партии «Единая Россия». Единый день голосования назначили на 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму пройдут прямые выборы глав субъектов Российской Федерации и региональных парламентов.